Привет, ребятки, мы снова играем в Ведьмака, и я хочу сказать вам кое-что. В субботу я иду на Комикон в Лондоне, меня друзья, так сказать, позвали, ну как друзья, одногруппники мои позвали, и мы купили в билет, потом пойдем втроем, я буду снимать на очки, так что на лайв-канале выйдет это видео с Комикона, так что заходите на лайв-канал, проверяйте, подписывайтесь, и все такое. Еще давайте я просто зачитаю быстро комментарии, которые меня спрашивали перед началом выпуска, извиняюсь. Помоги, где найти Анну? Анну нужно найти на болоте. По ходу сюжета найдешь. И еще меня просил поздравить его с днем рождения один чувак. Official Nick Pro просит поздравить его с днюхой. И я его поздравляю с днюхой. Потому что просто я сегодня в хорошем настроении, все такое. Так что я так пришел, увидел коммент, подумал: блин, тебе повезло, чувак, я тебя поздравлю даже. И нет, ребят, не надо просить меня в каждом видео кого-то поздравлять. Это исключение, понимаете? Все, ладно, хватит базара. Нам нужно поговорить с бароном и, так сказать, узнать, что было с Цири. Ну, с чем пришел? А, я тебе покушать принес, братишка. Он похож на Пахома чем-то, так что, мне кажется, эта фраза можно ее вставить. Сдержи свое слово. Я свое слово сдержал. Теперь ты держи свое. Кто слово дал? Тот его и съел. На чем бишь я? На вас напал Василиск. А, да. Ну и здоровая же была скотина. Very big скотина. Он, когда перед нами приземлился, я решил все. В этот раз нам уже не вывернуться. Берегись! Если я не выживу, бери из замка все, что захочешь. Выживешь! Ну тогда покажем этой сволочи! Чё, там он уже атакует. Цири, давай руби голову петуху! Ребята, это в игре звуки. Реально петух? Плохой петух. Ненавижу петуха. Сука! Серьезно? Его унесло? Чтоб тебе. Я этого так не оставлю. Тут заблокировано. Мне, значит, нужно с другой стороны идти, ладно. Кто бегает? Да, Цири очень мощный, кстати, скажем, лошадь. Мы не можем на лошадь забраться, оседлать скакуна! Серьезно, я не знаю, как забираться на эту башню. Ладно, по тропинке, по дорожке. Ах ты, ублюдок! Знаешь, что башня на другой стороне, но... Ублюдок! Боже, тут за башня. Я просто, не знаю, не вижу способа забраться на ту башню. Ну ладно. Цири из Цири. Ублюдок! А, взять. Ублюдок! Крона Флорена. Я не знаю, по-моему, я туплю просто и все. Правда, я просто не вижу способа забраться на эту башню. Ах ты, ублюдок! Хотя я слышу, что он оттуда орёт. Ну и как? Тут забраться нельзя, естественно. И с другой стороны, мне кажется, даже можно было бы, но... Тут же все перекрыто. А, не, вот здесь есть проход, я не заметил этого.
Нифига, она забралась. Как она смогла это сделать? Она же секунду назад внизу была. По-моему, у нас тут танцы на петуха. Петух, ну давай уже падай. Ну неприлично уже живым быть после такого удара. Пи-петух, пи-пи-пи-петух, петух, ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко, них черников, ко-ко-ко-ко-ко. Я не говорю, что не черников, петух, у него была песня, что там надо писать в комментах ко-ко-ко и все такое, поэтому я его упомянул. Ну, прикольная песня, смешная. Ты все собрала? Да, спасибо. То, что ты для меня сделала, никогда тебе этого не забуду. Маквита, поэтому я должна бежать, Маквита. Ты тоже мне помог. Дал мне приют, велел обо мне позаботиться. Маквита. Тебе не обязательно уезжать? Здесь ты всегда найдешь теплый угол и хорошую компанию. Я должна. За мной гонятся упыри. Дикая охота. Когда я использовала силу, они взяли мой след. За тобой гонится дикая охота? Пока я здесь, вам грозит опасность. Вели людям запереть двери и окна. И пусть ночью никто из дому не выходит. А ты... Ты-то что будешь делать? Я еду в Новиград, а там увидим. Из тени. Она села на коня и уехала. Пусто тут стало без нее. Переправа через Понтер окружена риданскими войсками. И несмотря на это, ты послал Цири в Новиград. Она искала чародейку. А чародеи все в Новиграде. Кроме того, я не оставил бы ее на поживу риданцам. Я дал ей охранную грамоту. Ты, по-моему, всем даешь теперь, да? Откуда у тебя вообще эти охранные грамоты? Я ведь не всегда командовал этой бандой придурков. Когда-то я служил в Темерском войске. Но переправу охраняют риданцы. Если есть заслуженная репутация и хорошие связи, то цвета и знамена отходят на второй план. Значит, есть шанс, что Цири все еще в Новиграде. Спасибо, что ты ей помог. Да не за что. Раз ты все уже знаешь, то, наверное, торопишься, но... Ну, может быть, если ты... Говори уже. Я хочу поехать за Анной. Отбить ее. Не верю я, что она там сидит по своей воле. Плохо ты меня слушал. Поход на болото — это самоубийство. Вот поэтому мне нужна твоя помощь. О Цири я тебе больше ничего рассказать не смогу. Но будь уверен, я буду очень щедр, если ты поедешь со мной. Ребят, не волнуйтесь, меня просили, мы поедем в Новиград. Ну просто, ну... Я хочу выполнить это задание и еще доп. Задание из Оксенфурта, потому что, ну, я их взял, эти доп. Задания, и мало ли они пропадут, если я их не выполню, поэтому давайте мы возьмемся за них, и я думаю, уже сегодня даже съездим в Новиград. Я думал, может, я даже съезжу в Новиград просто вот ради того, чтобы увидеть Трис, и потом вернусь к доп. Заданиям здесь. Ну, я посмотрю, где Новиград находится, и, может быть, если он на этой же части карты, как я понял, он где-то на этой части, по-моему, тот большой город на севере, это и есть Новиград. И если же, если это он, мы туда поедем вот буквально скоро. Так, ты меня убедил, да, с тобой, конечно? Немного наличных всегда пригодится. Именно. Ну, ясное дело. Я, значит, соберу людей и отправлюсь к Штейгерам. Будет здорово, если ты к нам там присоединишься. Ясно. Это что? Что за... Ты чур? Вот ты где! Опять сбежал. Ты чур, походу.
А, извиняюсь, мы уже ушли. Что это было? А это ты мне скажи. Чудище это или человек? Мои люди называют его Ума и считают монстром. Но мне кажется, это человек. Только страшный, как говно Ордаля. Ума? Странное имя. Ну да, странное, но он мне другого-то не назвал. Значит, он умеет говорить? Не, я спросил, мол, как звать? А он ничего, только тычет себе в нос палец ноги. Ну, тут я хватаю его за руку и спрашиваю, а тебя как зовут? А он смотрит на меня, как на глупого, и гудит такой, Ума, вот. Вот так прицепилось. На монстра он не похож. Хотя медальон при нем дрожит. Странно, откуда он тут взялся? А, с ним смешная вышла история, да. Я его в карты выиграл. Неужели больше не на что было играть? Ой, да что ж ты ко мне, сука, прицепился-то? Ну, вышло так, а не иначе. Ну, поставили его на кон, и все тут. Все претензии не ко мне, а к его прежнему хозяину. И что смешного в этой истории? Ну, поехал я как-то в Новиград. Развеется, вкусить, так сказать, радости большого города. Остановился в трактире. А там как раз игра. Вот, и я присоединился. Карта мне шла. Прям вот как по маслу. Ободрал я сукиных детей дочисто. А один торговец особенно взъярился. Он-то просадил все, что привез со Скеллиги. Страшно хотел отыграться, понимаешь? Вот я и согласился. Я спросил, что он может поставить. А он показывает это чучело. Ну, интерес скверный, и хрен с ним. Я дал мужику шанс отыграться, че? Он шансы не использовал. Так вот уродец и попал во вродице. Вот и песенке конец. Ну, теперь ты самый настоящий барон. Даже шут придворный есть. Да. Хотя, я вот чувствую, что с ним что-то не то. То есть? Он вроде больше зверь, чем человек. А с другой стороны, у него вот сукиного сына есть что-то такое вот умное в глазах. Не знаю, может, кажется. Ты видал такое? Нет, не видал. Но с виду он не опасный. Ну, ладно, ничего. Жрать много не жрет. Хлопот покуда не доставляет, так что... Пускай ребята веселятся. Мне пора. Прощай. Ну, будь здоров. Надеюсь, что ты найдешь дочь. И будешь для нее хорошим отцом. Ну как бы, я еще не отправляюсь, я тебе помочь хочу. Ты же как бы... Тебе помощь нужна вроде. Дела семейные. Возвращаем в Кривоухи и топе. Высить ни Вели, ни Лицири. Мне кажется, ну она поехала в Новиград, да и по, как я понимаю, по уровню, вот Новиград должен быть нашей второй точкой, так что поедем в Новиград. Прорицатель скажет правду, возвращение в Кривоухий топ, встретиться с бароном Штейгером. Давайте съездим, да, реально будет прикольно, знаю, наверняка подеремся с ведьмой и все такое. А если в Новиград, я хочу посмотреть, куда это будет, если поехать в Новиград, это какое направление? Это то направление, которое я думаю, или нужно на какую-то другую новую карту? Потому что на новую карту я не особо говорю желание. Да, кстати, как я и знал, Новиград тоже на этой части огромные-огромные карты. По-моему, Скеллиги вообще изначально должен был быть дополнением, вообще отдельным, которое или платное, или скачиваемое, но в итоге, как походу, он оказался частью игры. Да, вот Новиград, до него ехать, ну, как видите, прилично, вот мы тут еще не были. Вот мы с вами, Карчман Распутье, где мы вот здесь с вами, Новиград увидели где. Мы туда съездим, давайте просто выполним доп. Задания, которые у нас уже есть, и следовательно после них уже поедем дальше. Мне кажется, логично. Тоже мне очень нравится задание барона. Всюду хамство.
Да, ребят, я так что заметил, что на мне нет штанов. Вы тут что, кровную месть устроили? Да, походу что-то пошло не так. Я просто штаны, ребят, улучшил, и теперь мне нужен 15 уровней, чтобы их носить. В общем, ребят, кто скинется на новые штаны, а то Геральт в трусах ходит теперь. Я не подумал об этом, реально не подумал. Что еще за мать? Буду в трусах ходить. Что ты несешь? Конь большой, призрачный. Люди с ума посходили. В горло друг дружке вцепились. Сосед ли, дитё ли, всех убивали. Черт, это моя вина. Это Мара. Дух леса. Мстит тем, кто хотел его погибели, и насылает на людей безумие. Геральт, хорошо, что ты пришел, а то мне с ними никакого сладу. Надо будет их кнутом проучить, а то... Господин, то же самое. И они говорили об этой Маре, значится, что злой дух леса. Кто говорил? Охотники. За колдуньями. Только что здесь были. В деревушку на болотах собрались. И девка с ними ехала. Про мать выспрашивала. Чё? Девушка. Геральт, едем туда. Это его дочь! Это его дочь, ребят. Надо приготовиться. Да согласен. Согласен. Сейчас я людей соберу. Живо собирайтесь. Пойдем на болото. Мне кажется, готовятся особо, но не знаю, к чему там готовятся. Как бы им к чему готовиться, они эликсиры не пьют. Готовятся, если мне. Что-то он матерится уже. Так, блин, штаны надо найти. Дух тут тяжелый, вот у крестьян мозги гниют. Ведьмы, сука. Вот что только холопы не придумают. Скоро ты сам убедишься, что ведьмы существуют. О, да. Сидят какие-нибудь старухи безумные, да людям головы морочат. Анна с ними осталась, потому что сердце у нее мягкое. Она всегда добрая была. Да. Ребята, это реально немножко смешно, что Геральт в трусах. Ну ладно. Кстати, борода уже отросла прилично. Парикмахер бы найти. Кстати, я не знаю, где найти парикмахера в игре, если кто подскажет. Ну, в городе наверняка есть, но в деревнях парикмахеров нет. Я, наверное, подстригу бороду. Ну, просто так, на самом деле, просто посмотреть, как она отрастет заново. Жалко, вот длинную бороду отрастить нельзя. Видите, такая отрастает. Жалко, реально просто бородища не отрастает у нас. Было бы прикольно. Они все мечи оголили. Мы такими темпами долго будем идти, барон. Давай зарядку сделай. Барон что-то немножко медлит, по-моему, я уверен, его войска даже способны быстрее бегать. Штаны, конечно, дают защиту, но ничего, бежим, что. Я думаю, с чудовищем все равно, в чем я хожу. Для нас целого доступно очко умения в 2. Прям как повезло, я сразу 2 очка умений. Куда вложимся? Да сразу вопрос, куда вложимся? Боевой транс. И у нас дополнительная ячеечка появилась, вот повеселимся. Боевой транс, каздроид достигает нуля. Бессмертие, давно хочу этот навык врубить. Мутаген пока сюда... А, не-не-не, вот так сделаем. Вот, теперь у нас сила атаки многократно возрастает. И мы можем... Увеличивать здоровье днем вне боя. Инстинкт выживания, мне кажется, можно побольше. А, не-не, постойте. Солнце и звезды. Давайте инстинкт выживания. Побольше здоровья всех сделаем. Что же, ребят, во что вкладываем 2 очка? Боевой транс или же... Давайте на знак Вен потратимся. 1 очко в него вложим. Что-то его надо выбрать. Да, знак Вен. Полная прокачка Квена. И сюда бессмертие, боевой транс, бессмертие. Теперь у нас какой? Текущий уровень, каз достигает нуля, здоровье восстановится в зависимости от доступных очков адреналина, плюс 25 дополнительно. Прирост очков адреналина 2%. Ну, давайте, это отличный навык, я считаю. Это, считай, практически реальное бессмертие. Да, давно мы так не воевали. Слышал? Зря мы сюда полезли. Сейчас мы справились, но дальше-то что?
Что? Боишься, сильный Бен? Я-то? Да не в жизнь! Ладно, господа, шевелитесь! Покажем этим тварям, кто тут хозяин. А? Сохраниться можно или? Интересно, а мы ведьм сможем убить? Помните, там был вариант диалога, который я не выбрал, что мы вернемся и убьем их с Цири. Походу без Цири придется вернуться и грохнуть. В туман, ребят, не заходите, а то сдохнете от яда. Почти пришли, вот там уже виднеется, по-моему, впереди, да, почти пришли. Будет чертям потеха! У меня мощные стрелы там стоят, если что. Что это было? Подные бабы. И откуда такое берется? Так это ж бабы, которые водки напились и превратились. А кому бабе, водку не давай, сам бей. Мне нравится логика. Просто ичемник истории. Откуда появились водные бабы? Ну водку перепили, и вот тебе водная баба. И бросается грязью. Ну, кстати, логика в этом есть определенная. Если честно. Поможем? Ведьмак, что ты здесь делаешь? После поговорим. Что я тут делаю? Вам помогаю, вы тут еле справляетесь. У меня солдатики прибежали, правда, они стояли и смотрели. Ведьмак, ты передумал? Сколько отец тебе заплатил? Думаю, тебе нечего бояться. Ты же привела с собой друзей. Я не боюсь. Вечный огонь меня защитит. От меня и защищать не придется. Тамара, доченька, вернулась все-таки. Дай-ка я тебя обниму. Не подходи. Я приехала за мамой. Ты бы так и оставил гнить ее на болотах. А ты думаешь, что я тут делаю? Я возвращаю ее домой. Вот уж нет. Ты ее больше и пальцем не тронешь. Никогда. Я не позволю. Ты можешь обижаться на меня. Я был не лучшим мужем и отцом. Но я изменился. Ну спроси, кого хочешь. Геральт, ну скажи ей. Брон хочет найти жену, я не буду вмешиваться в ваше дело, лучше найдем Анну. Перестаньте ссориться. Надо найти Анну. Правильно. Истинно говорю вам, гнев не доведет вас ни до чего иного, кроме погибели. А это мне кто такой? А ты кто такой, чтобы спрашивать? Это мой командир. Этой пьяной свиньи это не касается. Тамара, значит, ты с ними теперь? Может, еще велишь им собственного отца повесить? Или под пытки отдать? Ты мне не отец. И мне все равно, что с тобой станет. Напомню, что у нас есть дела. Ведьмак, поможешь нам? Затем я и пришел. Я потерял 5 людей и не знаю, чего еще ждать в этом проклятом месте. Ничего хорошего. Не стоит терять времени. Ведьмы могут вернуться. А с чего ты взял, что их здесь нет? С того, что мы еще живы. Обыскать деревню. Нет. Эй, сюда!
Нет. Это он. Мама. Это правда она? Ну, нет. Это невозможно. Что даже можно с этим сделать? Ведьма! Что-то приближается. Готовьтесь. Что это было? Может, волки? Что-то не похоже на волков. Это верно. Приготовьтесь. Возвращение в Кривую Хитоку. Они пришли. Прекрасное сердце. Мускулистое. Аж слюнки текут. Массовая драка. От тебя смердит страхом. Ты испортишь нам трапезу. По сути, мы их только добиваем, потому что их бьют наши друзья. Биас! Так, ребят, что против бесов? Хорошо. Бес это духи стихии, нет. Проклятые, ну может быть проклятые, кстати. Нет, тоже нет. Или может быть трепоед? Может, реликт? Ну, хотя тоже вряд ли. Проклятые, это огры. Нет, инстинкт, нет, явно нет. Духи и призраки, ну, вряд ли, но проверим на всякий пожар. Драконоиды, гибрид, может быть, бестия. Что-то ему бесы нет в списках почему-то. Вампир, нет, нету его в списках. Я не знаю, может, я опять смотрю куда-то никуда, но реально не вижу в списке беса. Против него, походу, маслица не попользуешь. Прекрасное тельце. Мускулистая. Может, просто мы его не убивали, поэтому ничего не знаем о нем. Скорее всего. Очень странно, бес с рогами. Ну, хотя бесы их все по-разному изображают. Даже удивляться не буду. От тебя смердит страх. Ты испортишь нам трапезу. Она меня постоянно оглушает эту тварюгу. Порубим тебя, юноша. Отличный выйдем кусочек. Давай, Геральт, просыпайся. Что ты идешь спокойно, чувак? Там бес! Прекрасно. Вот Сири, кстати, в бестиаре. Что это было? Похоже, бес. Ведьмы нас почуяли и послали его за Анной. Проклятые ведьмы! Мало они нам зла причинили. Посмотрите на нее! Ведьмак, ты в этом разбираешься, скажи! Что, что с ней? Спокойно. Криком здесь не поможешь. Тебе легко говорить. Это моя мать, ты понимаешь? Да понимаю, но... Она на нашей стороне. Успокойся, ведьмак. Ты знаешь, что с ней случилось? Когда я был тут в последний раз, она выглядела иначе. Должно быть, ведьмы наложили на нее какие-то чары. Ты сумеешь их снять? Нет, пока не узнаю, что это. Она же тут не одна жила. Может, кто-нибудь что-нибудь видел? Дети. Разве что и Вася. И Васик, точно. Ну... Паренек, отшельник, живет на топях. Я знаю, он иногда здесь крутился.
мог и заметить что-нибудь. Пойдем к нему. Он не любит чужих. Лучше я один схожу. Подождите здесь. Лишь бы его там не убили, потому что если его убили, то все очень плохо. Штанов, по-моему, ни у кого тут нет. Запасных. Ну, знаете, бывает, ты обосрешься. А, ладно. Нет, у меня такого не было. Я... Это так, в ситуации не из жизни. Нет, видите, несмотря на то, что штанов нет, мы неплохо держимся. И броньку держит. Получай. Герд, Герд, ты завис. Впервые, кстати, видели? Герд тут завис. Черт, на него напали, походу. И Васик, держись, малой, я тебя прикрою. Вы чего тоже лишили? Ну что, паскуда? Вроде пытался уклониться, но опять фигня вышла. Да блин, я ненавижу эту бабу. Получай, вот, заслужила. Ивасик! Ивасик! Здесь его нет. Что-то случилось. Надо посмотреть, может, он где-то прячется. Что, может, прячется. Пойдем искать. Свежие следы. Ивасик побежал туда. Он спасался от чего-то. Геральт, а ты только что видел армию тварей перед его логовом? Естественно, он от чего-то спасался. Логика, Геральт. Пожалуйста, применяй ее. Я знаю, я ее не применяю все время, потому что за пределами моих возможностей, но... О, и у него еще домик. Надеюсь, он жив. Ивасик, проснись. Что? Кто? Ой, ведьмак, ну ты меня и напугал. Я уж думал, опять эти вредные бабы. Я убил нескольких возле твоей норы. Ведьмы их наслали в наказание. Ты перешел дорогу ведьмам? Я им противился, а они такого не любят. Что ты сделал-то? Вступился за бабушку. Она всегда была добра к детям, а я без них бы помер тут со скуки. Я просил у ведьм, чтобы они не обижали бабушку. А они обозлились, что она не уследила за детьми. То есть ты видел, что произошло с бабушкой? Она случайно просыпала в золу маковые зерна. Ну, я пришел помочь отделить их. Мать природа дала мне маленькие ручки, так что мне проще. Перебираем, работаем, бабушка что-то там плетет. И вдруг как завопит. У нее на руках знаки стали светиться. Она закричала, чтобы я прятался. Влез я в сундук, а мигом позже вошли ведьмы. Пряха отрезала бабушке прядь волос и сказала, что это в наказание за детей. А потом ведьмы спустились вниз, через дверь в полу. Зачем пряха отрезала бабушке волосы? Ведьмы забирают у людей уши, чтобы все слышать, и волосы, чтобы властвовать над людской жизнью. Иногда они плетут из волос странные шнурки, а иногда забирают их вниз. Ты за дверь заглядывал? Что я, по-твоему, глупый? Ты, по-моему, любопытный. Мое любопытство кончается там, где начинается глупость. Ну, по сути, любопытство и глупость — это схожие вещи. Ты так и сидел в сундуке, покуда ведьмы не ушли? Я собирался. Сиди тихо, говорю себе, пока не уйдут, не шелохнись. Как вдруг бабушка упала на землю, как подкошенная, и начала вопить и рвать волосы. Я не знал, что делать. Вылез из сундука, хотел дать ей тех травок, которыми она лечила детей.
Только это уже была не она, а чудище. Так ты дал ей травы? Не успел, потому как ведьмы вернулись. Я упал на колени, умолял, чтобы они ее простили. Но кухарка сказала: мальчик не слушался. Нельзя говорить «нет», если сестры говорят «да». А шептуха на это: беги-ка, маленький, пока у тебя ноги не сгнили. И все начали смеяться, а я дал дёру. Видно, тебе повезло, раз ты сбежал. Сбежал-то сбежал, но ненадолго. Если мне шкура еще дорога, придется забыть о моей милой норе. Ведьмы-то знают, где меня искать. Может, попробуешь уйти вглубь болот? Ох, разве что так. А ты что будешь делать? Попробую разобраться с этим погребом. Думаю, это ключ к тому, что стало с бабушкой. Поможешь ей? Может, еще не слишком поздно. Спасибо за помощь и удачи. Взаимно. А если тебе по дороге еще встретятся эти водные бабы, накостыляем как следует от моего имени. Что ж, ребят, рассказать все, что случилось с Анной. Не знаю, правда, что, чего мы этим добьемся, но... Походу, все печально. И, кстати, квест интересный. Мне кажется, за него даже достижения в Steam идут, потому что это реально большой крутой. Блин, вертолет пролетает рядом с домом. Ребята, а у вас вертолет пролетает рядом с домом? У меня вот очень редко, но в России тоже пролетали. В детстве, помню, летали вертолеты рядом с домом. Что же, ребят, спасибо за просмотр. Продолжим мы в следующей части. И можете поставить лайк, подписываться на канал, если еще этого не сделали. И если очень хочется, чтобы новую серию не пропустить. Пока, ребятки, до следующей серии.